воспоминаниями. Радостью. Беззаботностью. Да это классно, мне кажется. Гуляй, веселись, отдыхай. Родители все за тебя заботятся, делают, да? Да. 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 Для меня ценно тем, что мне все разрешали, мне все можно было. Вот. И поэтому у меня было счастливое детство. У меня очень хорошее, счастливое, детство. Беззаботное. Мне все давали, все разрешали. Нет, слова я не слышала. Весело жить в детстве, хорошо. И думаешь, нет, думаешь, что ты вечно будешь молодой, никогда не состаришься. Вообще детство – это радость. Чем, что можно быть все время счастливым и ни о чем не думать? То есть время, когда человек абсолютно счастлив. Ну, может быть, если его родители, его окружение дадут ему такую возможность. Начало всего, так что детство – самые яркие воспоминания. Это все самое лучшее, что может быть. Так что в нашем возрасте остается только воспоминания и приятные впечатления. Бегали, прыгали, гуляли, весело было. А сейчас наблюдаю, как бегает, прыгает, гуляет. Я думаю, воспоминаниями, играми, улыбками, конфетами в большом количестве. Сном. Самое главное. Все, наверное. Самое главное – беззаботность. А еще также весельем, фантазией. Ну и вот все самые светлые моменты очень такие с детством, конечно, связаны у всех.